Начиная с сегодняшнего дня у православных христиан начинается Рождественский пост. Это один из четырех многодневных постов православной церкви. Время повышенной концентрации внимания, духовных усилий и приготовления празднованию Рождества Христова. В чем особенность этого поста, нам рассказал настоятель Ильинского храма села Селихово протоиерей Виктор Гуров. Рождественский пост, последний многодневный пост в году, начинается 28 ноября по новому стилю и длится 40 дней, ровно как и Великий пост. Он включает в себя две составляющие – духовную и физическую. Говоря о телесной стороне, стоит отметить, что Рождественский пост считается строгим. Он исключает употребление мясной и молочной пищи и только в некоторые дни разрешается рыба и растительное масло. Большой пост, он прежде всего нужен для того, чтобы мы несколько отстранились от мирской жизни, от своих пристрастий, от своих увлечений какими-то плотскими удовольствиями, едой или питьем, или там, какими-то другими вещами, может быть, праздным каким-то времяпрепровождением. Вот. Некоторые, например, люди тратят очень много времени просто по пустякам, там, созерцая какие-то, скажем, шоу и прочие другие вещи. А человеку вот необходимо обрести духовное спокойствие и сосредоточиться. Однако, по словам святителя Иоанна Златоуста, ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Так говорят и многие священнослужители, подтверждая, что телесный пост без молитвы и покаяния приравнивается к диете. Поэтому особое внимание в это время следует уделить молитве и посещению богослужений. Только в этом случае можно ощутить пользу от поста и радость от последующего празднования Рождества Христова.